Понял. Тихо. Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Да. Ты кому лохматишь тут? Прошу вас. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами снова Кроул. Мы продолжаем играть с вами в игру под названием Days Gone. И, собственно, мы в прошлой серии убежали от толпы без планов, без всего. Немножечко все пошло через жопу. Но, тем не менее, мы продолжаем. Нам нужны медикаменты для нашего друга, Бухаря. Так, это выход отсюда, да? Постарайся проскочить за ворота, как можно быстрее, противники не успеют. Это не мой мотоцикл, я... На его байке я не поеду. Да. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Не понял. А это кто? Тут человек? Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Не знаю. Я прослежу за ним. Но это не ходячий. Может, он не один. Это... Отбой. Кто-то за нас услеживает. Возможно, те, кому мы дорогу перешли. Тот, кто убил нашу девочку. Я вижу человека, кстати. Это же человек, да? Интересно, куда он там идет? Что мы узнаем у него. Мы его расспросим хорошенько. Нет, это ходячий. Пофиг. Ты куда домыливаешься, блядь? Ну-ка, расскажи, кто ты такой. Че тебе здесь надо? Что-то планирует на нас засаду делать? Сил нет уже бежать. Какие интересные люди в Голливуде. Зачистить лагерь мародеров. Это мародеры? Вот оно чё. Как я и говорил, те номады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Вот ты чё говоришь? Неплохо. Неплохо. Наглянем туда, убьем этих козлов. Так. Еще кого уделает. Во-во-во! Это ты, блядь, супер прав. Сейчас. Я, блядь, сейчас подойду нахуй этому. Я хочу его лично убить оружием в упор. Где-нибудь на R. Пока этот отвернется сейчас. Даже никто не смотрит. Слышишь, кого ты там уделаешь? Кого ты там уделаешь? Уделал? Или обделался? Скорее второе. Ты че, сынок, охуел? Кого он там уделать решил? Охуел. Привет, привет. С кем он приглядывается? Он видит кого-то? Да похуй, я перережу сколько смогу. Потом посмотрим. Спокойно, ничего. Все в порядке. Я нашел, кстати, М. Мы тебе это... уже ни к чему. Все правильно. Я еще так голосом, типа, вообще не без страхов и упреков. Быстрая смена оружия, 1, 2, 3. Я в курсе. Но здесь очень странно все равно это меняется. Так, у меня пуль нет, кстати. Пистолет у меня на двойке. Так, ага, ага. Все, я запомнил, что на чем. Пистолет всегда на двойке. Так, их еще двое, трое. Сколько их? Шесть должно быть. Я убил троих, еще трое должно быть, значит. Как мы поступаем, значит? Убиваем среднего, попробуем. Если он не шумит, то все что будет. Это? Ничего. Насколько хорошо слышит противник? Хуевенько слышит, видимо, хорошо. А? Ага, держи. Я по вашу душу. Ой, сейчас он увидит труп и начнет кричать, как девочка последняя. Проверяйте. А, убили. Я же говорю. Началось. Сейчас я прям при ней убью его. А, не получится, да? Блять, ну ладно. Да куда я бегать? Я зарежу вас всех просто. Так. Все-таки получил пулю. Блять, очень больно мне. Нет у вас ничего святого, вы мародеры, не рассказывай. Это последний. К сожалению, я, конечно, получил. Ух, она там подпрыгнула. Значит, вы нас. Уроды. Согласен. Несуйтесь к нам на гору Олири. Это будет для всех предупреждение. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, от одного к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Конец связи. Так. Давайте сразу накрафтим новых себе бинтов. Создадим. Раз, два. Все. Чтобы у нас помещалось больше.
Ну нет, тут нормально. Вот, вот если бы я играл на геймпаде, я просто вспоминаю Last of Us вот из-за этой игры. Last of Us очень похожа, но эта игра и Sony. Sony всегда делает подобные игры. И вот подобные игры... Долбанные фрики. Мэн, пришли. Взрослые фрики чувствительны к свету, они ищут... Понятно. Взрослые, а мелкие, значит, нет? Мелкие, которые... Окей. Так вот, что я говорил. Игры от Sony, они все примерно одинаково красивые, всегда такие приятные. Я вспомнил Last of Us, и в Last of Us... А я, кстати, забыл, о чем я говорил. Я мысль потерял, блять, пока болтал. Пока вспоминал, где какая игра. Само собой. Ну, они плюс-минус все одинаковые, вот к чему я хотел сказать. Понятно, что там сюжет разный, персонажи и все остальное разное, но... Сам стиль, он, конечно, угадывается. Ты что, поиграться хочешь? Тихо-тихо-тихо. Меня слышат? Проклятый дождь. Спокойно. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Ангелы плачут. Потому что Walking Dead закончился. Где я вообще? По идее, уже недалеко. А карта есть? Угу. Понятно. 730... Сколько? 735 дней прошло. С чего? Видимо, с момента этой эпидемии или чего? Непонятно. С момента полета, как мы отправили нашу знакомую, скажем так. Я до сих пор не знаю, в качестве кого она для меня была. Вроде как девушка, но вроде непонятно. Наверное, по ходу игры мы это больше узнаем об этом. Так, надо перезарядить винтовку. Все, есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько проходим. Так, я могу их камнями, типа, отпугивать. Но, если честно, мне перекидывается всегда за камни вот так, типа, в руки брать. Неудобно будет. Ну-ка, вон туда посмотри. Его можно будет только тихо снять сейчас. Ва-а-а, побежал. Блять, их двое здесь. Я уже близко. Ладно, я пройду лучше, проигнорирую их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Бежать. Бежать? Понял. Нормально, мы, значит, с вами не разошлись, правда? Вы решили по-плохому. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять. Спокойно. Стрелять заодно научусь в этой игре. Это я, конечно, так зря сделал, наверное, мог убежать. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это что, ежевичка? Черная смородина. Это здесь. Мы оставили его здесь. На X, кстати, можно быстро лечиться. На B смотреть бинокль. Ну-ка, приближать. А, о, ух, нихера, зум. Это зум. А на F что это? А, фонарик. Понятно. Так, мой байк, кстати, блять, которого нету. Кто угнал его? Байк исчез. Ну ты, конечно, его оставил посреди дороги, так, по-дебильному. В принципе, можно было этого ожидать. Блять! Ну да. Копленд, твою мать! Эй, ты из лагеря Копленда? Да вы взяли мой байк! Это ты? Ах ты гад, сейчас я тебя допрошу. Но он испугался. Не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Дай поговорить только, дай поболтать. Я ничего не знаю. Эй! Мне просто нужен мой байк! Сил нет, я стой. Не сейчас ну, стрелять говнюк, буду. Нет, все-таки знаешь, я буду убивать. Не, я могу, но я не хочу. Бухарь, слышишь? Ты забрал байк. Блять, его он, конечно, не услышал. Люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Сучий подрох. Ну вот что ты здесь ходишь, блядь? Ты мне всю малину обосрал. Я за человеком гнался. Не стыдно тебе? Почему ты, блядь, меня проигнорировал? Вернее, его не проигнорировал, а меня ты, блядь, по-любому увидишь. Собака ты такая. Так, оп. Аккурат. Тут еще несколько. Тут сзади еще кто-то. Да ебаный ты стыд. Чего же вас так много-то здесь? Тут дом, дома какие-то. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, увидел. Спокойно. Покидаю район задания. Ладно, я иду. Хера он рычит. Ладно, бежим. В этой игре очень много надо бегать от фриков, так что я думаю, так и сделаем. Покидайте район задания. Я бы еще знал, где оно есть. Опять покидаю, понял.
какая игра не дает мне творческого разворота. Там за мной еще бежал один хер. Так, а я здесь не убьюсь? Падать можно? Отлично. Ага, вот он и лагерь. Здрасте, господа. Кэмплендс, кэмп. Понятно. Бен Джонов, да ты? Какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэйки. Поболтаю. Хорошо. Ну тут нормальные, да, ребята? Судя по всему. Хаюшки. Всем хай. О, это байк чей-то стоит. Тут и торговец. О, сколько здесь всего интересного. У меня, наверное, уже есть что продать, потому что я там дохера всякого нашел. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все пошу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не, этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. Бензонасоса типа такого? Это мой байк. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Ты знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Может, вы мне мотик отдадите? Разобрали его. Молодцы. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и Бухарь. Люди в Одище много чего говорят. Интересно, что нас ищут. Люди тут друг другу помогают, но если начнется голод... Ну, ну да, все начнут грызть друг друга. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Нихера себе. Оружие. Пулеметы. Калаши. А у вас здесь все в порядке. Затем здесь охотились на оленей. Строили засидку, клали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон. Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка. Страна свободы. Да, это точно. Да. Сказал бы я что-нибудь, но для меня это никак не отзывается, к сожалению. Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? А, Леона. Очень нужны лекарства. У Леона проблемки случились. Леон. Мы его убили. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда... Так. Ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Да. С гнильцой. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Знакомый, да? У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп. О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше.
Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алерии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но... я разберусь. Не сомневаюсь. Хм. Да, плохая была идея кепку вешать. Да. Ну, вообще, по факту, он девочку избил. Его избили в ответ и, ну, типа, убили. Ну, типа, он стрелять начал первым. Вообще, по факту, все случилось так, что виноват тупо он во всем. Че он меня стрелял? Меня же никто не заставлял. Так, кстати, надо полечиться. А че я думаю? Один разочек. Надо приучить себя на X лечиться, кстати говоря. Да. Так, погоди. Куда я залез? Ну, сейчас я замучаюсь, короче, тут лазать. Хотя нет, меня прям за ручку ведут, но я своим путем иду. У меня свой взгляд на прохождение игры. Так, трофеи. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь есть. Здравствуй. Задача трофеев. Уши фриков можно сдать трофейщикам, также вы завоюете доверие жителей. Прикол. У меня есть чуть-чуть. Привет. Ухо фрика, ухо шакала. Это что-то дает какую-то местную валюту, да? Продать все этого типа. Эй. Ты молодец. 5000, ни хрена себе там сколько. Ты без дела не сидел. Все правда, это правда, ну, это ладно. Правда. Прикол. Да, хорошо. Я сегодня проблемы ни к чему. Я хочу только поторговаться. Поехали. Торговаться в лагерях можно, ну это понятно, да. Что у них можно. Припасы. Угу. Скучная граната есть, закрытая, все закрыто. Наверное, я пока не доверия не получил у них, поэтому такой ассортимент плохой. Пополнить боезапас могу, пистолета особые. Луки у меня есть. Что, кредитов маловато? Нормально. Пока не об этом думаю просто. Эй, Дик. Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новый склепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он мне... Ладно, я еще поищу. Детали там. Я все устрою. Клянусь. Ну ладно, хотя это адекватно. Как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Да. Но он не знал на самом деле. Я даже понимаю. У нихера 4000 опыта. Лагерь Коупленда. Аж не специально. Он единственный нормальный человек, по-моему, в этом лагере, потому что все остальные выпендриваются. Прости, пока что. Так вышло с байки. Не знал я, честно. Да ладно, мне уже, блин, самому его жалко стало. Как скажешь, Мэнни. Так, а чё, я могу этот байк-то взять? Хер пойми какой. Теперь это мой байк. Ты меня слышишь? Датик. Как ты там? Как рука? Как рука. Чтобы войти в занос, во время разгона нажмите пробел. Управляемый занос. Угу, понятно. Так, если вы потеряли свой байк, например, он утонул в озере, свалился в пропасть, ну и шли от него далеко, его можно отыскать при помощи карты. Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Безболивающий. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухри нет, нет. У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Как я уже меня... скоро буду. Да. Мне бы... Не знаю. Надохнуть тебе надо. Можно более чего-нибудь. Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Тут кто-то болтает. Это зомби? Я вот типа очистить должен. Блокпост Неро. Надо найти медикаменты для бухаря. Так, хорошо. Нам сюда. Ходячих целый... Он меня увидел, да? Ну, нихера вы глазастые, или не увидел? Нет, не увидел пока. Так, давай-ка мы его... По одному их уберем. Это же здесь один, да? Жалко, я вот этой штукой не могу... Ну, давай, иди туда. Он еще оборачивается, скотина такая. Да, блин, я мог что-то сделать. Короче, давай быстро умри. Да ёб твою дивизию. Так, все, я сейчас умру, если не отличусь. Есть. Тихо. По одному я вас могу забирать вот так вот.
Тихо. Стамина-то кончается. Так, готов. Очень долго убивает. Лучше, конечно, так не делать. Блин, они разворачиваются. Не могу привыкнуть пока к их движениям. Очень они у них такие специфичные. Так, что еще здесь есть? Тут вообще все тачки можно полутать. Ходят всякие, болтают что-то. Еще раз, еще раз. У меня так никаких аптечек не хватит. Блин, у меня максимально этих штук. Куда они тратятся, интересно? Это я возьму. Это не бинт, это нормальная аптечка. Так, мистер парнишка, давай мы тебя вот сюда куда-нибудь отманим. Иди сюда. Готов. Снизу еще гуляет. Так, а попасть мы сюда не сможем, да. Можно какой-то пароль, ключ, ключ-карту, что-нибудь. Или сверху попробовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты же не видел меня, правда? Да. Готово. Генератор. Тут должен быть генератор. А, электричество включить. Окей. Где он может быть еще? Не здесь. Зато тут топор. В сотню раз лучше, чем прочность урона меньше, как будто он рисует. Ну и хер с ним, что он там рисует. Топор по-любому лучше. Так. Есть. Вот он. Ну да. Только пока я его буду запускать, наверное, лучше сначала с этими ребятами разобраться. Иди сюда. Давай, давай, быстрее только, пожалуйста. Не тупи. Блять, вот он осматривается. Ну, конечно. Ну, давай. Топором тебя. Шансов ноль просто. Я ему руку отрубил. Так, и теперь, наверное, можно что-нибудь здесь внутри осмотреть. Медикаменты какие-то мне нужны. Это не похоже на медикаменты, если честно. Керосины. Это тоже. Значит, они только здесь могут быть. Так, а что, генератору нужно топливо? Ну, давай, падла, заводись. Сейчас Херон включится. Ну, конечно. Надо найти бензин. Это было очевидно. У тебя есть бензин? Лома нет. Против лома, мы же... О, нет, я зря туда залезаю. Я думал, что-то посмотреть там можно. Надо привыкнуть, что в мусорках ничего нет. Так, бензин. Это бензин, кстати, похоже. Есть он там? О. Так, заливаем. То, что надо. Ну вот, порядок. Запускай. Только не громкий. Я очень надеюсь, что он не слишком громкий. Да. Черт. Блять. Сейчас они все сюда сбегутся. А войти можно? Динамики. Черт, где эти динамики? Так, так, динамики. Стерильные бинты. Где они могут храниться? А какие динамики речь? Снаружи нет, они? Я не могу уйти отсюда без бинтов. Они не выключаются. Надо получше смотреть на пункт. Да блять. Так, бей или беги. Лучше ходить сюда, за вас убежать. Если у вас не остается запаса сил, нажмите shift, чтобы перейти на бег. Так, гайз, давайте немножечко отдохнем. Как мне динамики отключить? Спокойно. Сейчас отгнись ты. Есть одна. Надо по два раза стрелять. Воу-воу-воу-воу. Понятно. Так, а вон они наполовину сломанные. Готово. Все, поехали драться. Так, одна есть. Запас силы нету. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Твоя очередь. Готов. Ну, пипец, конечно. С ума сойдешь с ними драться. Очень тяжелые битвы получаются. Ну, я, наверное, просто пока не умею. С другой стороны, я еще не привык совсем к игре. Еще аптечка. Очень кстати. Так. Фрики-хуики. Лучше бы какую-нибудь кнопочку сделали, чтобы отключать их. Да, по-нормальному. Стерильные бинты.
то, что доктор прописал. Теперь надо вернуться. Грязными руками стерильные бинты крови. Это что такое? Инъектор Неро. Инъектор встречается при жизни. Можно использовать для повышения максимального здоровья, для посилки концентрации. Это что такое? Аппаратура Неро. Для здоровья, конечно. Это что-то вроде инъектора. Плюс 25 это здоровья. Это вместо прививки от гриппа. Хе, кайф. Почему бы и нет? Так, это что? Мы готовимся к отступлению. Нам сообщили пару минут назад все, чем мы здесь занимались. Тут можно постоянно трогать всякие штуки. Как мне вот арбалет, допустим, хочу арбалет выбрать. Куда я его выберу? Добавлен стандартного арбалета. Куда я его добавил? Куда-то я его добавил. Себе на спину. Инфицированных движутся из фервола по шоссе. Их не сдержать. Блокпосты разгромлены. Мы уходим. Все, я иду. Жесть. Лучше ты свалил вместе с дружками. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. Хм. Так, во-первых, вот это мы берем. Что еще здесь не увидел? Там еще три каких-то штуки есть. Но в машинах эти штуки, гаечки, какие они там называются. Вот что такое, самодельная мачете. Оно по урону меньше, чем, но прочнее. Не-не-не. Бухарь, слышишь меня? Топор лучше. Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Плюс бинт. Его напали, что ли? Вроде всех вычистили. Теперь у меня, если что, еще арбалет есть. Из ниоткуда взял я. Ну, из оружейного шкафа. Что там кто-то видит? Сохранение игры у байка. Чтобы выполнить быстрое сохранение, подойдите к байку, держите R, это функция. О, просто у байка можно сейвиться. Как? А вот, или что? Непонятно. Так, да, может, сесть надо? Господи, что вы с ним сделали? Так, я пошел. А, у меня задание-то вообще в другую сторону. Ну, пойдем пока туда, куда ведет меня. Ой, привет. Опа! Я то, что надо, мне взял. Там можно было поспать, кстати. Ну, ладно. Поспим в следующий раз. Сент-Джон, это Колб. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона — это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. Привет, ребята. Просто, как и я, стали слушать твою параноидальную чушь. Отбой. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Блять. Да уж, Коуп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делай, что можешь, сукин сын. Да, так себе челик. Так, ну все. Проверим, как там мой дружочек. Может, он просто уснул, может, ему нехорошо. 63 у меня, кстати, топливо на нем. А как сейвиться, я так, если честно, не понял. Тут всякие штуки появляются. Как-то ли молотов можно сделать. Так. Ты как, братишка? Ты где? Плохо тебе? Эй, бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Так не говори, что он умер, пожалуйста. Не-н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 е. Бухарь! Сейчас, блядь, подскочит. Эй! Что? Ёб твою мать. Тихо ты, псих. Живой, слава богу. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не надо. Покажи мне руку. Покусали его? Все, все, псих. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Пухшить мальчишки. Лагерь Коупленда. Доверие плюс 700.
Но одними ушами можно доверие не добывать, это хорошо. Мой брат, задача должен спасти Бухаря, 12%. Слушай, ну ты ёб твою мать. Я принес тебе всякие штучки, если чё. Нормально себя чувствуешь? Надо, наверное, засейвиться вообще по-хорошему. Сном сейвится. Сон в безопасных местах, например, бункере убежище, может, переждавшись таким образом несколько часов. Прилягу ненадолго. Надо поспать до утра, там темно просто. Нахер надо гулять по ночам. Тут и так, не слава богу, все. Лучше поспать. И выполнить какой-нибудь квестик маленький, например. Интереса ради, как это вообще работает. Утро раннее. Можно снова в бой. Это прям как я каждый день. Так, ну чё? Патриоты не должны голодать. Найти... Хорошо. Что я должен сделать? Какой из них квест главный, а какой не главный? Это что такое? Что это значит? Инфицировано, типа? Зараженная зона в Crazy Wells. Зачистить все гнезда. 4 штуки их. Слушай, прям как State of Decay. Прикол. Так. Ну, это главная миссия, очевидно, да? Патриоты не должны голодать. Найти засадный лагерь у радиовышки. Но это не дополнительный квест. А как увидеть квесты, которые дополнительные? Сюжет... Так, открыть активно находки. Это все круто, подожди, еще разочек. Карта, навыки, предметы. Видимо, никак, да? Ну ладно. Посмотреть сюжетные линии. А, вот. Как я это сделал, хрен его знает. Охотник на зараженных. Зона. Вот тут надо 4 штуки, их тоже, это, видимо, тоже основа, да? Сюжет, да. Прохождение. 12, находки, призы. Хрен его пойми, как тут это сделано. Но ничего, кроме основы, я пока не вижу. Вроде мне дополнительные квесты давать хотели. Один вопросик я видел, я его пропустил. Ну ладно, в следующий раз тогда, когда буду уже в лагере, тогда я буду что-то делать подобное. Правда? Правильно, 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 правильно. Так, а где лестница? Жалко, тут бегать нельзя. Тут, конечно, пешочком передвигаться. Еще я не заправил свой байк до сих пор. У меня 60% топлива, и надо будет где-нибудь найти еще. Здесь бегать можно. Надо было тем топливом еще до того, до моего байка дойти. О, вот тут знак появился. Пойдем по знаку пройдемся, потом пойдем по основному квесту. Правильно, правильно. Рум-рум. А тут не заправляется байк в самом лагере? Нет, видимо, не заправляется. Сам по себе. Это было бы слишком круто и нереалистично, и неинтересно. Так, погоди. Где вопрос был? Я вопрос видел. Вопрос потерялся. Там мне, наверное, надо обратно в лагерь, в тот. Он мне не показывается. По ходу дела. Ну ладно, хер с ним. Едем пока по основе тогда, раз у меня вопросик пропал. Настаивать не буду. А вот, появился опять. Дик, на связи? Еще два даже. Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Я посмотрю. Ухай, да. Вот уж точно не откажусь. Спасибо, брат. Отбой. Вот здесь знак вопроса. Прям перед миссией. Но они как-то сверху. Подожди. Дай мне еще раз. Если бакошу бой, пустите, поищите топливо. Да-да. Когда вы прибавляете касс расхода бензин, чтобы сэкономить топливо, приезжайте вниз по склону. Фига, как тут все продумано. Тихо. Что это такое? Урон при приземлении. А я сейчас урон получу? Пес. Смердящий. Что тебе надо? Ты подраться хочешь? Как тебе такое? Ты сам напросился. Слушай, что с псом можно сделать? Его можно обыскать. Он мясо даст какое-нибудь? Сюда. Ну, наверное, лучше не переезжать его мотоциклом. Волчатина. Лучше шкуру с него снять, как в Red Dead Redemption. Ну, кстати, что-то случилось. Вот, похоже, волк напал на здесь, на всех. О. Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь. Блять! Я понял вас. Самое время для снайперской винтовки, которую я выбил. Ебаные мародеры. Так, еще раз. Минус. Headshot, bitch! Медшот, бич. Вы с такого расстояния, чем вы там стреляете? С пистолетов? Так, мимо. Хорошо. Бежит, бежит, бежит самоубийца. Не. Бо, над духом прямо. До свидания. Последний остался.
Блин, все пули, конечно, потратил. Ладно. Лома нет, а в тебе что? Стерилизатор. С чем ты ходил? С обрезом. Хорошеньким таким, конечно. Так. Вопрос. Где последний? Я видел, что он скрылся. Я знаю, что ты где-то там. Мне не страшно. Я могу прям так обыскивать, если что. Ну где ты, парень? Моя способность не дает мне увидеть тебя. Куда убежал? Сынок. Ты где-то... О, я услышу. Кто с ними тут? Покончено. До свидания. Не знаю, что ты пырила. Ты решила спрятаться от меня? Плохая затея. Тоже мне, блядь, стрелочки хреновы. Чего вы тут решили? Так, у меня уже керосина максималочка. Че еще? Надо проверить. Всех я здесь проверил, но у них оружие, интересное, обреза. Калашников, лол. А я могу взять калашников? Сколько стволов в этой игре? Слушай, у этих американцев вообще никогда проблем, видимо, не было с оружием. Так, баллистика. Ну, это понятно. Это понятно. Я, наверное, даже не буду брать ничего. По большому счету у меня все есть. Я хочу проверить, как вот этот бензинчик взять сверху, который стоит. Надо с горы слезть и попробовать заправить свой этот... Блин, конечно, калашников с другой стороны взять бы. А если я его возьму, он у меня, интересно, положится, куда мне надо? Так, отсюда мы его не возьмем. Надо с той стороны, похоже, брать. Ну что это за пиздец? Понастроили каких-то, черт пойми чего. Хер доберешься. Так. Взять. Мистер. Сколько вам надо залить? 42% у меня всего? Вот так. Нифига я как быстро его выжрал. Готов. Хорошо. Ну, поехали. В Mad Max можно было с собой брать эти канистры, а здесь нельзя. Обидно. Ну, вопросик вроде мы чекнули. Здесь еще что-то было. Еще какие-то go away написано. Не пускают сюда. Патриоты должны было дать. 4 из 10. Ой. Ты что, драться хочешь? Точно хочешь? Так, мимо. Ты как вовремя пригнулся. На тебе. Блять, вы решили по-плохому, да? Минус одна. Минус вторая. Минус третий. Еще кто-нибудь? Я, блядь, на клавомыши играю. Это не Lost of Us с их управлением с джойстиком, где я, конечно, страдал жестко. А что тебе не нравится? Может, я, блядь, культурист, или как это называется? Спортсмен, ёпта. Побегать люблю. Да умрешь ты или чё? Три пули уже выдержал. Железная башка. На, наконец-то в голову попал. Пули, пожалуйста, дайте. Я, блин, на вас трачу больше. Чё, ещё есть? Самоубийца. Я пока не вижу. Как бы сверху их не было. Быстренько почистим всех. Сказали, что в полицейских машинах бывают иногда полезные вещи. Типа, супер полезные. Какие-то патрончики, может быть, еще что-нибудь. Так и есть. Ух, винтовочных нормально насыпало. Так, ну с арбалета я, наверное, арбалет буду держать для этих, для монстров. А этим дебилом будем использовать немножечко другой вариант. Так, давай, все, что есть. Это все. Где-то здесь. Вроде там кто-то был. Это я. Где второй? На. Последний. Господи, Коуп, скольких ты успел вывесить? Хе. Скольким людям ты дорогу перешел? Ну, этим я дорогу не переходил, они сразу сами начали стрелять, в принципе. Какие-то отморозки, я согласен, что они заслуживают смерти, без вопросов. К пуле еще... Слушай, я хочу калашников, я могу его взять просто так? Нет места. Подожди, не стерилизатор, а вот винтовку хочу. Вместо винтовки
Но при этом урон у нее чуть-чуть пониже, дальность чуть-чуть пониже, точность чуть хуже, но темп стрельбы бешеный и проникающая способность. Нахера в игре проникающая способность? Вопрос такой у меня. Ну ладно, походим, попробуем. Подожди, что я сделал? Еще раз. Пуль 0. А чем он стреляет? Непонятно. Ладно, хер с ним. Лучше с винтовкой похожу. Она хотя бы понятная. Так, что такое? Мы можем наверх полезть? Давайте, наверное, сходим. Не можем? Нет? Ну ладно. Так, это, наверное, был генератор. Чините. Теперь это просто решето. Сейчас установлю. Ладно, думаю, хватит. Включаем. Вот и все. Какой огромный рубильник. Понял. Бросай! Тихо. Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Да. Кому лохматишь тут? Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. О, есть у меня выбор. Какой я благородный. Я бездомная. Так я и не убивал вас, вы первые начали вообще. Иди. Блин, мне нравится перс, за которого играю. Вообще кайф. Такой чистый. Джентльмен. О, кстати, лучше, чем моя. Винтовка. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного... Слушай, ну большими же буквами сказано смотреть бункер. Чё я стою туплю? Электричество, наверное, я включил, чтобы открыть, да? Тихо. Вот он. Берем все нужное, необходимое. Вот этот бункер здесь. Так, больше ничего нет. Ну давай, посмотрим, что здесь. Там еще, наверное, целая куча этих ребят спряталась. Пошли. Ничего себе бункер. Нормальный такой размер у него. Ух, ну эти бездомные здесь находились. У них вряд ли что-то тут есть супер полезное, наверное. По мелочи только. Ну, скребли отовсюду. Ну и убивать их на самом деле не очень хотелось. Но они первые, опять говорю. Я тут ни при чем. Так, карта какая-то. Они тут все подробно разметили. Ей, задание выполнено 94%. Карта Коупленда. Охота на засаны. Задачи мы с Бухарем не смогли проехать на сервер, пока не... Копировка приличнее. Доступен новый рецепт. Охота на засаны. Что это? О, биты это с гвоздями. Вот то, что надо. То, что надо. Рецепты новые доступны. Рецепты уже в меню выживания. Но у меня есть бита. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Как мне сделать сейчас? Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу что. Может, да, может, нет. Я хочу скинуть сосновый. Как мне, вот, есть у меня с собой, значит, вот этот арбалет, и я хочу его обратно положить, например. Никак не могу, да? Выбрать только могу. А он, наверное, и не выкинется, он третьим слотом, он, типа, свободный. Хрен пойми, как это работает. Так, теперь вроде как через меню создания какое-то там. Предметы, ну-ка. Припасы, создания. Я могу сделать биту с гвоздями. Мне нужно для этого коробка, деревянная бита. Но у меня все есть, наверное, да? Арбалетный болт, бита с гвоздями. Палка с гвоздями. Но бита интереснее. Ну, как ее сделать? Никак не умею, да? Объедините деревянную биту, лом и коробку с гвоздями. Как, скажи? У меня, наверное, нет коробки с гвоздями, потому что я их не находил. Нет, есть одна. А чего не хватает, да? Короче. Ну его нафиг. Сделаем в следующий раз. Меня пока устраивало полностью это оружие, в принципе. Я так могу долго делиться. Ну его нафиг. Все есть? Все есть. Можно и поесть, правильно, правильно. Чем тут будем телиться туда-сюда? Потом освоится все. Я только что сверху, блин. С ума сойти. Давай еще раз. Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. В смысле? Да нет, ничего. Я просто... Ползаю туда-сюда. Мне повезло. У бабы патроны кончились. А, это. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик, эти твои принципы тебя убьют. Ну, знаешь.
За ага, принципы умирать не стоит. Все равно меня что-нибудь убьет. Да. Какая разница, что? Отбой. Вот-вот. Нехилая высота. За принципы хоть не стыдно умирать. Ладно. Посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Я целый лагерь вижу. Мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Куда? Нет, Бухарь. Ты туда точно не пойдешь. Мне надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Тихо, блин, да я уже с ума схожу, сидя тут на жопе. Ну что поделать? Только постарайся не спать, вдруг они к тебе явятся. Отбой. Ублюдки, мать твою. Уже почти. Ну давай, давай, почти добрался. Бедолага. Я даже не знаю, сколько он сил тратит на всю эту дичь туда-сюда подниматься. Да, черт, тяжело. Да-да-да. Так, дорогие подписчики. Штурм моторов. Мой брат. Должен спасти 80% уже. Спасибо, что смотрели меня, дорогие подписчики. Давайте увидимся с вами уже в следующей серии. С вами был Кром. Всем удачи. Всем спасибо. Всем пока.